Предприятию требуется инженер ПТО, электрик с опытом работы. Обращаться вы можете по телефонам 769-22 и 772-12. Продадут 3 смежные комнаты в малосемейном общежитии по адресу Советский переулок 3. Цена 500 тысяч рублей, торг при осмотре. Подробности по телефону 8-912-544-41-11. Предприятию требуется кухонный работник. Обращаться вы можете по телефону 8-912-545-90-62. С 24 июля в Доме быта по адресу улица Ленина, 24, пройдет кировская ярмарка меда и продуктов пчеловодства от доброго пасечника. В ассортименте мед липовый, гречишный, клеверный, лесной, луговой, донниковый. Мед с прополисом, с облепихой. Лесная медово-ореховая паста, перга, орехи в меду и многое другое. Пенсионерам скидки. Продадут блок-комнату. Цена 120 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-954-1080. Стоматологическая клиника «Ортстом» в летний зной и зимнюю стужу на протяжении 25 лет оказывает стоматологическую помощь населению. Для вас ведут прием врачи-терапевты, ортопеды и хирург. Работает собственная зуботехническая лаборатория. В группе ВКонтакте проходит конкурс репостов 5 призовых мест. Итоги конкурса будут проводить 13 августа с помощью специального приложения. Заходите, участвуйте. Адрес: улица Ленина, 16. Телефон для записи 7-62-26. Работают в будние дни с 8 до 20 часов, выходные с 9 до 16. Лицензия номер LO11-01-00-136 от 23 декабря 2008 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Магазин «Фермерский» приглашает своих покупателей на большое поступление мясной и колбасной продукции. Также полуфабрикатов из оленины. Город Интай, Воркута. Еженедельное поступление натуральной молочной продукции. Племхоз, город Ухта. Йогурты, ряженка, сметана, масло топленое, сыр адыгейский, сыр югор, сыр пошехонский, масло сливочное Ижинского района. В ассортименте колбаса, полукопченая, сыровяленая, мясо сырокопченое и многое другое. Вас ждут по адресу: улица Социалистическая, 74, бывший магазин «Нико». Управляющей компании на работу требуется дворник, уборщик территорий, уборщица. Обращаться по телефону 622-50 с 8 до 17 часов рабочие дни.